that little mouse, 'cause I'm an albatross. Всем привет, с вами Юля, вы на канале Двоичный код, и в этом обзоре мы с вами поговорим о таком современном сервисе для современной торговли. Это Ходиум. Это ведущая инвестиционная компания Crypto Asset, специализирующаяся на профессиональной торговле, инвестировании и управлении портфелем. Платформа обеспечивает безопасный доступ и диверсификацию воздействия на классы активов, цифровой валюты, подключая лиц, принимающих решения к динамической сети данных, людей и капиталов. Они считают, что инвесторы заслуживают установленного надежного подотчетного способа управления своим капиталом в отношении будущих классов активов. Обоснованное развитие капитала – это цель этой компании, и она состоит в том, чтобы обеспечить комфорт и облегчение для инвесторов, произведя все основные ориентиры через выборочные инвестиции в диверсифицированном портфеле криптовалют, предлагая динамическое накопление процентов на стороне пользователя. Ходиум стремится открыть новую эру для инвестиционной культуры, где люди освобождаются от очередных проблем, с легкостью владеют цифровым и валютным портфелем. Если эта мечта будет успешно реализована, это станет огромным шагом на пути к цифровому управлению активами с огромным рыночным потенциалом. Команда Ходиум принимает диверсификацию в качестве торгового принципа и точно инвестирует в различные криптовалюты, принимая технический и фундаментальный анализ. В партнерстве с программами и службами безопасности Ходиум может отслеживаться нежелательные и подозрительные действия, вести учет криптоинвестиций, сделанных экспертами, и распределять капитал между защищенными кошельками. Также работая с влиятельными лицами и лидерами среди многих секторов, чтобы суммировать их ценную перспективу, чтобы члены Ходиум стремились достичь еще более широкой сети и повышать уровень взаимодействия. Ходиум, они ценят сотрудничество, чтобы расширить сеть и влияние. Платформа приветствует всех желающих участвовать в стремлении заработать. Комиссия от доходов рефералов предлагает два партнерских статуса. Это стандартные партнеры и представители. Стандартные партнеры, здесь вы получите комиссию в размере 10% от заработка ваших рефералов, как только они заработают процентный доход от платформы. И в группу представителей входит комиссия 20% от той суммы, которую получит ваш реферал. И еще преимущество здесь, вы можете быть примером для новых инвестиций на эту платформу. Этот проект разместил программу щедрости как часть общего плана проникновения. Во время программы Bounty пользователям будет предоставлена компенсация за ряд задач, распределенных по маркетингу. И давайте же посмотрим, как можно зарегистрироваться в этой платформе. Для этого вам необходимо будет ввести имя пользователя, ваше полное имя, пароль, электронную почту. Нужно будет выбрать контрольный вопрос для восстановления системы и ответ на этот вопрос. И нажать на кнопку регистрации. После этого вам нужно будет подтвердить свой аккаунт через почту, которую вы вводили в начале регистрации. После того, как вы подтвердите свой электронный адрес, вы можете заходить на свою учетную запись на этой платформе. Еще хочу заметить, что необходимо будет сделать двухфакторную аутентификацию, чтобы ваш аккаунт остался в безопасности. На этом мой обзор подходит к концу. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Все необходимые ссылки на эту платформу я оставлю в описании. Всем до новых встреч. Пока-пока.